6272 километра от Санкт-Петербурга до Наньянмара. 12 дней участники автоэкспедиции ехали на нескольких внедорожниках. Конечно же, это множество фотоотчетов, видеороликов, публикаций в СМИ, во всех СМИ, региональных, федеральных. Это, конечно же, один из интереснейших проектов 2018 года, направленный как раз-таки на широкое продвижение российской Арктики во всем медиапространстве. Мы продолжаем принимать